шлему прямо! За мной! Землю! В одну щу... Быстро! Следите! Нет! Нет, отпустите! Нет! Выпустите! Да. У меня есть реальная идея. Аленгар! Легкий способ бросить курить. Господа, необходимо ужесточить правила. Нужно, чтобы все выкуривали по 50 сигарет в день. Но это невозможно. Нас контролируют Акимат, Горздрав и нас предупреждает Минздрав. А кто сказал размещать ваши достижения на пачках сигарет? Ну, вы же сами сказали показывать всем наши достижения. А вот теперь ты всех от нас отпугиваешь. Кто? Я? Да кто такой Минздрав? Дайте его мне, я с ним разберусь. Успокойся, Насвай. До тебя дело еще не дошло. До вас дошли, и до меня дойдут скоро. Ребята, давайте, может, с первого ноября бросим курить. Я в фитнес записался, новые кроссовки себе купил. А давайте обдумаем, закурим. Мы же бросить курить пытались. А что нам скажет представитель инновационного отдела? Ну а теперь я вам представляю новый инновационный проект. Вашему вниманию, электронная сигарета! Он нравится людям, он ведет их в заблуждение. Надо вызвать аксакалов. Я вот что, ребятки, вам скажу. Опять не табак. Оторвите им фильтры. Но это же каменный век, варварство. И пусть курят без них. Ты знаешь, нам надо больше внутренних сил, чтобы бросить курить. Ребята, я с вами. Я с детства ни копейки не потратил на сигареты. Я их стреляю. Господа никотины! Бунт! Бунт! Повстанцы нападают! Помощь уже рядом! Конница! Алло? Ребята, ну так что там с веломарафоном? Я с вами!